дорогие друзья. Значит, и сегодня я снимаю видео, как я монтирую свои фотографии и видео в Инстаграм. Кстати, зацените мой маникюр, отвратительный. Ну ладно. Значит, давайте же начнем. Открываю свой телефончик. Включаю, чё тут, боже мой. Этот Вайбер меня уже просто надоел мне. Так, значит, вот весь мой фотошоп. Тут, значит, игры. Игры вам я не буду показывать. Значит, начнем с того. Давайте я вам покажу мой Инстаграм, чтобы вы быстренько. Значит, вот мой значок. Это как такие волосы, типа, и тут Анастасия Майер 2017. Вот. Я же вам в Инстаграме хотела фотки показать, которые я смонтировала. Вот эта фотография. Вот эта фотография. Тут я немного пофантазировала и решила то, что я буду сидеть рядом с Марианой Ро. Ну, это вот такая вот фотография. Ну, в принципе, тут видно. Вот, ну, тут розовый фон я поменяла, тут я не монтировала ничего. Вот это я смонтировала, и вот это я смонтировала. Тут тоже розовый фон. Я монтирую не очень аккуратно, поэтому вот я смонтировала, и вот я смонтировала. И вот еще. Ну, в общем, если хотите посмотреть весь мой Инстаграм, то подписывайтесь на него. Значит, я начинаю всегда... приложение, ну, если мне надо что-то вставить, то есть я, например, хочу сидеть вот тут вот, да, возле гитары, то мне нужно заходить в приложение, вот это приложение, вот, оно так начинается, нажмите в любом месте, чтобы зайти. Так, значит, фотографию я буду использовать вот эту, вот. Я ее уже смонтировала. Я нажимаю вот на этот значок и выбираю здесь двухкратная экспозиция, вроде бы как. Секундочку. Все. Я не помню. И нажимаю на вот сюда. Вот. Я буду сидеть в такой комнате. Да, сейчас я поправлю это все. Вот тут я буду сидеть на этом столике. Здесь я поправляю яркость комнаты, то есть, чтобы комната была яркая. Меня здесь не видно, видно только красивую розовенькую комнату, но я нажимаю на вот этот значок и просмотреть и изменения. И вот тут вот двухкратная экспозиция или как-то там, вот. И начинаю вот так вот водить, аккуратненько только водить, чтобы комната у нас появлялась. Да, ну пока что розовая. Вот, тут можно так приблизить. А, приблизить. Стоп. Как приближать? Я забыла, как приближать люди. Я так давно не монтировала здесь. А, вот, все. Значит, вот здесь вот я листаю, как мне надо. Ну, тут я на скорую руку вам показываю. Потом я... все очень аккуратно смонтирую. В общем, вы будете знать, какое фото будет в следующем моем Инстаграме. Вот такая вот комнатка, и я тут сижу. Ну, в общем, все дальше понятно, да? Тут я заштриховываю тоже. Я буду сидеть на каком-то пуфике непонятном. Ну, в принципе, неважно. Отлично. Ну, как-то так получилось. Я вообще капец. Вот, получилось даже довольно-таки красиво, да, как будто я сижу в такой комнате. Дальше, если тон кожи отличается, то есть свет, который падает на меня, отличается от света в комнате, то я нажимаю опять на этот значок и нажимаю на кисть. Нажимаю экспозиция и приближаю, ну или не приближаю, просто вот так вот осветляю. Видите? То есть сразу свет совпадает со светом комнаты. Нажимаю «Готово» и нажимаю вот на эту кнопочку «Сохранить». Но это я еще подрихтую, поэтому можно и не сохранять. Дальше. У нас идет
пиксель какой-то там. Вот, пиксель эффект. Нажимаю на галерею мою и буду делать пиксель эффект вот эту фотографию. Она у меня тоже, кажется, есть в Инстаграме, я не помню. И вот так вот ее увеличиваю. Суть этого пиксель-эффекта, рекламы, секундочку, сейчас они закончатся, я быстренько пропущу, готово. Вот, смотрите, то есть тут как будто я разделилась на маленькие пиксели, и вот так вот у нас получается, тут как будто надпись love, можно менять, то есть тут может быть сердечки, видите, тут могут быть обычные квадратики, либо кружочки, может быть звездочки, вот. Вот, мне больше нравится эффект не сверху, как будто я отрываюсь, а именно вот с этого боку. Потому что, ну, посмотрите, как это красиво, все-таки как будто я разлетаюсь в эту сторону. Очень красивый эффект, также тут можно сделать такие вот, сейчас я вам покажу. Такие вот, типа, на 3D-кубики разлетелось. Вот это я не знаю, что это. А, это у нас, типа этот, эффекты разные. Ну, в общем, да. А дальше Just Snow, это если мне надо добавить блики какие-то. Вот, вообще тут надо снег делать на своем лице, либо еще где-то. Давайте опять же. Да нет, о господи. Ладно, пусть будет. Боже мой, я опять вышла. Какая же я тупая. Это неправда. Нажимайте. Вот. Нажимаю вот сюда, тут такие снежки, видите? Тут можно делать цвет этого снега, можно голубой, можно использовать розовый. Я в основном использую розовый, потому что оно больше похоже на блики. Ну, в общем, такое вот приложение, потом вы сохраняете и так далее. Значит, вот эту комнату, помните, я вам показывала в этом приложении комнату, как будто я сижу в ней. Где я нахожу эти картинки? Картинки я не нахожу в гугле, не качаю их, а просто захожу в приложение, как оно там называется, вот, Ten, боже мой, короче, вот как оно называется, Ten Velpers, ладно, вот, и качаю тут картинки, тут их очень много, тут и Орео, и какие-то ананасики, и можно Galaxy скачать картинку, я, кстати, тоже хочу Galaxy, типа я на Galaxy фоне, камеру видно, долго грузит, блин, тут реклама, а вам не видно, долго, короче, грузит, вот, тут можно их сохранять, делать скриншоты, если у вас не сохраняется, ну, у меня сохраняется, естественно, это же самый лучший телефон у меня, я так считаю, вот, ну, в общем, вот такие вот картиночки. Yuka Makeup – это самое лучшее, что придумало человечество, мне кажется, ну, вообще нет, но, ну, да ладно. Yuka Makeup. Ой, это не игра, это ужас. Короче, тут надо делать макияж. Тут можно зарегистрироваться в профиле. У меня пока что 0 подписчиков. Но все же я над этим работаю. Кстати, подписывайтесь. У меня на русском Анастасия Майер написано. Без всяких 2017. Вот. Макияж на фото. Макияж на фото. Да, именно макияж на фото, потому что я не хочу больше другое что-то. Да я нажала, жиш. Камеру не надо мне вот... Не надо. И меня тоже. Кстати, если вы меня не видели в этом видео, то вот я. Открылась наконец-то. Сейчас выберу вот это фото, да, например. Ага, ну блин. Ладно, пусть будет так уже. Угу. Выбираем помаду тут красную, чтобы вам было видно. Да. Бывает так, что оно закрашивает не так, как надо. Для этого есть настраивать. А теперь редактор InShot, который позволяет мне монтировать видео в Instagram. Кстати, подписывайтесь на мой Instagram. Итак, здесь можно смонтировать видео, фото и сделать коллаж фотографий. Давайте попробуем смонтировать видео. Значит, здесь есть видео не выложенные некоторые. А вот тут есть выложенные, например, давайте смонтирую вот это видео.
там, где костер. Видите, как красиво, очень красиво. Мне очень нравится. Здесь можно добавить еще один ролик. Вот, то есть, например, вот тут вот, там, где я говорю день. Смотрите. Да, отвратительное видео, но оно мне надо было. То есть, вот, смотрите, у нас уже получилось полноценное видео. Так, значит, я тут можно повернуть вот так вот, вот так вот, вот так вот, или вот так вот. Можно сделать задний фон, например, черный, либо какой-нибудь красный. В общем, здесь есть очень много цветов. Мой любимый цвет это голубой, поэтому я даже сделаю голубой. Да, значит, здесь также можно сделать фон именно вот так вот залить, чтобы, ну, самый обычный фон. Так, здесь можно отрезать. Так, но я отрезать не буду. Здесь можно поставить стикеры. Стикеров тоже много. Так как скоро Хэллоуин, давайте поставим какого-нибудь чертика. Я пользуюсь стикерами вот именно в какой-то необходимой ситуации. Например, вот, и в основном я их ставлю не на вот тут вот, не на экран, чтобы накрыть какой-то фон или лицо свое, а именно на вот эти белые, либо какого цвета мы сделаем края, ну то есть на фон. Также можно еще какой-то с Хэллоуином связанную штучку. Ну, например, давайте вот этого дьявола. Смайлики, эмоджи. Тут также можно выбрать категорию, там, где оно будет, вот, например, отсюда вот это начинается. Тоже где-то в конце. Так, давайте пролистнем. А вот этот смайлик, вот. И смотрите, что у нас получилось. Видите, появляются стикеры. И вот этот стикер в самом конце уже. Также здесь можно вставить музыку. Ой. Так, музыку. Здесь есть так, как мои музыки. Моя музыка, то есть. И также, вот у меня очень много музыки. И есть еще рекомендации. Я пользуюсь именно рекомендациями, потому что иногда я, когда... Я, ну, один раз у меня такое было, когда я выложила видео Shape of You в Instagram с этой мелодией, и, в общем, там мое видео удалили, было как-то неприятно, поэтому я заменила на вот эту музыку. Ну да, было такое, вот, и нажимаете «Использовать». Здесь можно использовать затухание, то есть сейчас. То есть в конце, когда заканчивается видео, оно затухает, музыка. Я это использую. Громкость видео можно убавить. Сейчас, секунду. Ладно. И громкость аудио. Я всегда убавляю громкость аудио. Вот. И давайте посмотрим. Так, давайте заново. Ну вот, там есть, в общем, продолжение этого видео. В общем, вот такой вот редактор. Здесь сохранить. И вот если сохранить 640p, то получится 2 мегабайта памяти. А если 720p, еще плюс Инстаграм, то получится 3,6 мегабайтов. А в 640p 2,9 мегабайтов. Вот, тут можно настроить, в общем, все очень продумано и прикольно. Вот, в общем, вот такой вот редактор. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой Инстаграм. На мой Инстаграм, сейчас я вам покажу его. Вот мой ник, Анастасия Майер, 2017. Вот такая вот у меня картиночка, 37 подписчиков, мне кажется, или кто-то отписался. Так оно и есть. Да, от меня, значит, отписались зачем-то, и вот это видео, которое я монтировала. Thank you.
продолжение этого видео вы можете посмотреть именно в моем инстаграме. Вот такой букетик. А вот такой вот, значит, тоже картиночка такая. Вот тут вот есть очень... Тут есть видео с концерта. Здесь есть видео там, где я в 3D-очках. Ну, не в 3D-очках, там, короче, такое. Есть фото моих спиннеров. Здесь есть фото со школы, фото... фото фруктов каких-то, фото переписок с фейками, в общем, фото монтаж, есть фото розового стиля, отвратительное фото, надо его удалить, есть фото тени, очень красивое фото, мне оно нравится, фото загадки, можете отгадывать, какая это кукла, например, упс, либо же есть фото вот такие, вот такого формата, также есть видео с лизунами. Есть мороженки всякие, там фотошопчик тоже есть. И есть мгновенные, это моя подруга, мгновенные видео. Вот, то есть вот такие вот фотографии. В общем, очень много фотографий, очень много видео. Я как-то сниму видео на эту тему. Вот, поэтому... Всем пока, подписываемся на мой инстаграм, подписываемся на YouTube, подписываемся на все, где вы меня найдете. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового ролика. Ну и всем пока!